взять Киев любой ценой к 7 ноября. Таков был приказ Сталина осенью 43-го года. Вождь приказал приурочить освобождение украинской столицы к 26-й годовщине Октябрьской революции. Чтобы выполнить его требования, военачальники отправили на смерть сотни тысяч украинцев. Им приказали форсировать Днепр без военного опыта, обмундирования, а главное, без оружия. 300 тысяч бросили на немецкие пулеметы с половинками кирпичей в руках. «Нахрена нам обмундировывать и вооружать этих хохлов?» – сказал тогда маршал Жуков. В освобожденной Украине была объявлена новая тотальная мобилизация. Следом за линией фронта двигались полевые военкоматы, состоящие из сотрудников НКВД и командиров передовых частей, и забирали оставшихся мужчин в армию. Почти все трудоспособное мужское население было призвано в 41-м. Но в селах оставались еще старики и дети. Вот их и мобилизовывали. Сельские дворы обыскивали с особой тщательностью. Пережившие оккупацию крестьяне меньше всего хотели идти под пули и прятались от солдат. В селе Нехайки уцелела только одна хата, но в ней на стук красноармейцам не отзывались. Командир подразделения майор Павел Иванович Кичеев приказал взломать дверь и приступить к обыску. В хате были все признаки жизни. Теплый очаг, свежие продуктовые запасы. Не было только хозяев. Тогда майор потребовал обыскать двор и особенно сарай. И сено, сено вилами пробейте. Ретивые бойцы кинулись исполнять приказания. Сено тут же зашевелилось. «На треба, хлопцы!» – послышался крик оттуда. Из стога выполз хозяин двора, 70-летний дед Юрко. «А что ж ты, дед, от освободителей-то прячешься? Видать, на фрица работал?» – с ухмылкой спросил Кичеев. Дед замотал головой. «Так и там работал. Хворый я, худы ты не можу». «Товарищ майор, берем?» – спросил солдат. Майор Кичеев замешкался. Уж больно старым и беспомощным выглядел дед. Но тут подошел замполит Данилюк. «Шо ты с ним цацкаешься? Встрой его!» «Хлопцы!» – причитал дед Юрко. «Я ж старый, уже ноги не ходят!» «Ты, мразь, на оккупированной территории жил!» – кричал ему замполит в лицо. «Значит, работал на фашистов, а теперь убивать их пойдешь!» И силой поволокли того в строй. Их называли пиджачниками, черносвитниками, черной пехотой, потому что воевали они во всем домашнем, многие в вышиванках. Всех, кто тогда остался на оккупированной территории Украины, советы считали предателями, и полевые военкоматы отправляли их доказывать верность Родине. По замыслу властей они должны были собственной кровью смыть позор пребывания на оккупированной территории. Конечной целью батальона, в котором воевал Павел Кичеев, был Букрин, южнее Киева. Именно туда подтягивали отряды вновь призванных. В очередном селе по пути отряда оказались только бабы. Галина Приходько поставила на стол казанок с дымящейся картошкой и миску капусты. Красную армию принимали, чем было. «Так где мужик твой?» – спросил хозяйку замполит, набивая рот квашеной капусты. «Так загинул вин», – всхлипнула крестьянка и достала из шкатулки похоронку. «Ось, дивиться!» «А мы не за мужа!» – Данилюк взял жирными пальцами похоронку, икнул и надкусил теплую картошечку. «Мы за сынка твоего, Дмитрия!» «Гражданка Приходько», – вмешался Кичеев. «Соседки доложили, что вы прячете сына. Лучше выдайте добровольно». Та упала перед майором на колени и запричитала: «Не видам!» Данилюк приказал солдатам обыскать хату и сарай. Искать пришлось недолго. Как только один из солдат открыл глубокий погреб, то сразу увидел перепуганного мальчонку, дрожащего от холода. Бойцы достали парня, который не сопротивлялся, только бекал и мекал. Дмитрик страдал слабоумием. У него текли слюни, и говорить он не умел. «Не бойся, баба, не заберем твоего слабоумного. Такие красные армии не нужны», — сказал Кичеев. «Уходим», — приказал он бойцам. У майора был сын такого же возраста, и звали его тоже Дмитрий.
Но тут вмешался замполит. Не понял. Под статью захотел, майор. Есть строгий приказ брать всех без медицинских проверок. И Данилюк приказал бойцам отвезти в строй умственно отсталого парня. Мать, как тигрица, кинулась на военных. На видам Дмитрика. Женщина в истерике цеплялась за галифе и гимнастерки, но ее просто отбросили к стене. Потребность в новых бойцах была такой, что гребли всех подряд. Часто без документов, без медицинских мандатных комиссий, без проверки военной контрразведкой СМЕРШ. Главное, чтобы рост призывника был выше 150 сантиметров. За короткий срок мобилизовали почти 300 тысяч чернопехотников. Большинство 15-17-летние ребята и дряхлые старики. Сначала для массовости даже хотели переодеть баб в мужскую одежду, но здравый смысл взял верх. И от этой идеи отказались. На подходе к Букрину сделали привал. Офицеры, удобно разместившись на прошлогоднем валежнике, достали фляги. Новобранцы собирали хворост, рубили дрова. Майор Кичеев не мог успокоиться из-за парня-инвалида. Он просил замполита отпустить юродивого к матери. Ведь толку с него ноль, он даже прицелиться не сможет. Замполит сделал очередной смачный глоток. А кто тебе, майор, сказал, что им дадут оружие? Ну ведь в бой же пойдут, приказ. Да, продолжал замполит, приказ есть, в бой пойдут. Но только без оружия. С кирпичами пойдут на минометы. Врешь, не может такого быть. Майор вцепился замполиту в глотку, завязалась драка. Данилюк, изловчившись, вынул из нагрудного кармана аккуратно сложенный листок шифровку из ставки верховного главнокомандующего. На, читай, малохольный. Кичеев не поверил. Он читал, и на глаза наворачивались слезы. Как всех? Как без оружия? Неправильно все это, неправильно. У меня сын такой же, и зовут его так же Дмитрием. Он в эвакуации. Выходит, моего Димку забрали бы, окажись он тут. Сталин скажет, и сына отдашь. А я проконтролирую, чтобы ты военную операцию не срывал, сказал замполит и забрал флягу у майора. Осенью 1943-го советская армия проводила масштабную операцию «Битва за Днепр». Впоследствии она стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. Наступление вели 5 фронтов – центральный, воронежский, степной, юго-западный, южный, а также дальняя авиация, азовская военная флотилия и партизанские отряды в тылу врага. Именно они обеспечили несколько сот взрывов на железной дороге, и немцы не могли подтянуть свежие силы. Непосредственно в битве участвовали до 4 миллионов человек, а ее фронт растянулся на 1400 километров. Гитлеровцы укрепляли не только правый берег, но и возводили мощные укрепления на левом. На одном из совещаний Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его». Именно здесь вермахт решил остановить наступательный порыв советских войск. Тогда солдатам и офицерам вермахта был объявлен приказ, аналогичный приказу 227. Все, кто попытается отступить от Днепра, будут расстреляны. В результате четырехмесячной операции левобережная Украина была почти полностью освобождена от нацистских захватчиков. Но Киев по-прежнему оставался под немцами. За столицу они сражались отчаянно. Тогда верховной ставкой была разработана спецоперация. План взятия Киева с Букринского плацдарма. Впоследствии в кровавой мистерии полегли сотни тысяч военных и гражданских. Это были запланированные жертвы операции. Перед началом форсирования Днепра Жуков собрал экстренное заседание высшего начальства и приказал новобранцам с оккупированной территории первыми бросать в атаку. Из стенограммы на вопрос командиров, во что одеть 300 тысяч мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут». Когда же речь зашла о вооружении призывников, Жуков высказался однозначно: «Автоматическим оружием этих людей не вооружать. У них же за спиной заградотряды. Дайте им 300 тысяч автоматов, и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам».
Позднее маршал смягчился и разрешил выдать черной пехоте трехлинейки образца 1891 года. Но оказалось, что и трех линеек на всех не хватит. Тогда командующий Белорусским фронтом генерал Рокоссовский предложил послать в ставку в Москву курьера, который бы доложил обстоятельства и попросил помощи с вооружением и обмундированием. И здесь прозвучала коронная фраза Жукова. «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели. Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать». Часть Кичеева была в двух днях пути до места сборов. За холмом открылась живописная долина, дачный поселок, где каждое лето майор проводил семью. Его сердце сжалось, от поселка остались одни пепелища. Как ни гнал от себя майор воспоминания, с каждым шагом они все сильнее всплывали в памяти, не спрашивая на то его разрешения. Именно здесь, на дачах Литфонда, он познакомился со своей будущей женой Анютой. Девушка работала поварихой в столовой Союза литераторов, а он, молодой сержант Пашка Кичеев, только поступил в школу командиров. Здесь, на этом озере, было первое свидание. Анюта так заливисто смеялась, когда он пел под гитару песни из популярных кинокомедий. Кичеев был тронут не меньше. Аня принесла ему горячий обед в кастрюльках. Все свежее, только с партийного стола. Кичееву было неудобно, объедки все-таки. Но чтобы не обидеть Анюту, он все съел. Тогда майор первый раз в жизни попробовал семгу и корейку. И что кривить душой, ему так понравилось. Потом он первый раз поцеловал Анюту. С самого начала войны часть майора Кичеева сразу кинули на передовую. Но он успел отправить в эвакуацию жену с сыном. Майору это стоило огромных взяток. В первую очередь эвакуировали офицерские семьи, а он тогда еще был обычным лейтенантом. В районе дач остановились, ждали пополнения. Кичеев прислонился к дереву, на котором он когда-то ножом вырезал «Паша плюс Аня». Здесь прошли счастливейшие минуты его жизни. Именно на этом месте Кичеев предложил руку и сердце своей Анюте, и она дала согласие. Они долго целовались, не скрывая своих чувств. Девушка, которая до этого допускала в их отношениях только поцелуи, в тот день пошла на близость. В результате чего через 9 месяцев появился сын Дима. Майор Кичеев служил в штурмовом батальоне, и его подразделения постоянно бросались с места на место в самое пекло, на передовую. И полевая почта, которая шла в арьергарде, попросту не успевала доставлять письма из тыла, поэтому майор не имел связи с семьей. Но Кичеев не унывал, он знал, что с женой и сыном все в порядке. Знакомые из эвакуационного штаба сообщили, что поезд Киев-Ташкент, выбывший в августе 41-го, дошел до места назначения в целости и сохранности. Их несколько дней гнали по морозу до места назначения и, наконец, собрали под Букрины. 15-летние пацаны и старики садились спиной друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Голодным и промерзшим им выдали по миске скудной солдатской каши и по одной ложке на двоих. Проблема была не только с продовольствием, но и с посудой. Сердце майора обливалось кровью. Настолько жалкое зрелище представляли эти люди. О том, что завтра их погонят безоружными на немцев, майор старался не думать. Вдруг за спиной раздался крик «Папа!». Майор обернулся. К нему бежал высокий чумазый парень. Это был его сын Дима. За 4 года войны он здорово вырос. Парень бросился к майору на шею. Кичеев обнимал сына и твердил только одно. «Почему? Почему ты не в Ташкенте? Ты должен быть в эвакуации. Почему ты здесь?» Дима рассказал, что они получили билеты в Ташкент и даже сели на поезд. Но в последний момент мама взяла вещи и вместе с сыном спрыгнула с поезда. Она все время говорила, что папа обязательно их спасет. Раз папа воюет, значит, Киеву ничего не грозит. Отец сможет их защитить. Чтобы папа сразу их нашел, лучше ждать его дома.
Они вернулись в свою киевскую квартиру. Анюта поставила чемодан, взяла Диму за руки и пообещала ему, что отец скоро за ними приедет. Мать работала в столовой гестапо, а Дима устроился водоносом. Так и перепивались. Анюте разрешали выносить объедки, поэтому Дима не очень голодал. Но Дима хотел бороться с фашистами и связался с мальчишками из подполья. Однажды его попросили спрятать листовки дома, и Дима тайком от матери спрятал под матрасом и в шкафу 4000 листовок, призывающих бороться с оккупантами. Подпольщики выжидали момент, чтобы их расклеить. На следующий день из подполья поступил приказ доставить листовки в условное место. Дима мчался домой, но до дома не добежал. Спрятался за углом. Из подъезда гестаповцы выводили его мать. Вернее, выволакивали ее бездыханное тело. А следом выносили чемодан с листовками. Дима понимал, что среди подпольщиков завелся предатель. Также мальчик понимал, что, вступившись за мать, погибнет сразу. А если сбежит, у него будет шанс отомстить. Он подался в село троюродной тетке. Дима рассказывал, как пытался отыскать партизан, но не успел. Село освободили советские войска, и Дима сразу попросился на фронт, но из-за возраста его не взяли. Но уже через месяц приехали военные и забрали Диму в черную пехоту, хотя парень был полностью уверен, что теперь он боец Красной армии. Майор Кичеев с ужасом слушал Димин восторг по поводу предстоящего боя. Он прекрасно знал, что завтрашняя атака – это верная смерть. Майор пытался образумить сына, но напрасно. Дима жил только местью за мать. Тут появился Данилюк. Матерый идеолог подслушивал весь разговор. «Правильно, пацан, уничтожим фашистскую гадину!» Майор Кичеев побагровел. «Пацану 14, он не призывник!» Но замполит в ответ нагло ухмыльнулся. «Приказ брать всех выше 1.5 метра. А твой сынок под 1.70 м? Сорвать операцию собираешься? Вынужден сообщить, куда следует». И оскалился своей кривой улыбочкой. Весь вечер на командном пункте Павел Кичеев валялся в ногах у замполита, умоляя отпустить сына. Тот сидел за командирским столом майора и наслаждался. Данилюку, который ни разу не нюхал пороха, доставляло одно удовольствие видеть боевого командира на коленях. Он упрекал майора в подрыве дисциплины Красной армии и антисоветской агитации. «Возьми меня», — просил майор. «Расстреляй. Под любую статью подводи. Выполняй свой план. Только Димку не трожь». То ли устал Данилюк, то ли и вправду проникся, но в итоге разрешил майору вычеркнуть сына из черного списка. Операция по освобождению Киева продолжалась больше 3 месяцев. Ставка Верховного Главнокомандования планировала провести главный удар с Южно-Букринского плацдарма. Туда подтягивали армию и новое пополнение. Но чего не знали ни майор Кичеев, ни замполит Данилюк, это того, что на Букринском плацдарме собирали силы не для ударного наступления, а для огромной кровавой мистификации, для отвлечения сил противника. Солдаты из батальона Кичеева волокли Диму в сарай. Парень сопротивлялся, упирался ногами, руками, хватался за редкую ноябрьскую порость. «Это ошибка!» – кричал он. «Я рядовой Красной армии Дмитрий Кичеев, сын майора Кичеева. Я завтра иду в атаку!» «Пойдешь!» – хмыляли солдаты. «Вот сопли только вытаришь, пойдешь!» В насмешку один из них достал носовой платок и кинул его Диме. «Сейчас и горшок принесем!» – пошутил второй. И солдаты покатились со смеху. Лязгнул засов, и Дима оказался в заперти без возможности контакта с отцом. И без надежды выступить с остальными с Букринского плацдарма. Букринский плацдарм – один из форпостов на западном берегу реки Днепр в районе Великого Букрина протяженностью 11 километров вдоль фронта и до 6 километров в глубину. С 23 сентября советские войска вели ожесточенные бои за расширение Букринского плацдарма. Им противостояли 10 дивизий противника. Сначала головной удар готовился именно на этом участке фронта, но генерал Рокоссовский предложил ударить севернее Киева в районе Лютежа.
Советское командование провернуло тогда уникальную операцию. С Букринского плацдарма по ночам назад на левый берег перебросили 3-ю гвардейскую танковую армию «Рыбалка», чтобы выступить на город с Лютежского плацдарма в районе села Новые Петровцы, а на старом Букринском оставили часть войск инсценировать наступление. Гитлеровские войска ожидали основного удара именно с Букринского плацдарма. По разведданным, именно туда подтягивались основные силы Красной Армии. Наступление инсценировали на совесть. Букрин вовсю дезинформировал врага. Маскировал подразделения, выставлял на показ фанерные макеты танков. Вел секретный радиообмен, из которого немцы понимали, что основные силы для удара по городу все еще здесь, в Букрине. Но в реальности основная часть войск была переброшена на Лютежский плацдарм. На рассвете черную пехоту выстроили перед командованием. Дед Юрко пытался дышать на озябшие руки, но прозвучала команда «Смирно», и старик инстинктивно вытянулся в струнку. Только Дмитрик не мог стоять на месте. Он плакал, вертел головой по сторонам, зовя мамку. Данилюк сообщил, что по сигналу ракеты они должны кинуться в атаку через Днепр. «Приказ номер 227, ни шагу назад. Ясно?» Замполит доходчиво объяснял ситуацию. «За вами пойдут заградотряды. У них приказ стрелять в любого, кто повернет назад». Черная пехота вытирала сопли, уставившись в землю. Вдруг тишину нарушил голос немощного старика. «Да я сам пойду на фрица. Вы ж хоть винтовку дайте». «А хрен тебе, а не винтовка!» – заорал Данилюк. «Голыми руками на немца пойдешь!» И помедлив добавил. «Ладно, я сегодня добрый. Рядовой Мухин, выдать роте кирпичи». Принялись искать кирпичи, но на всех не хватало. «Рубите кирпичи пополам», — приказал Данилюк. Новобранцам выдали по половинке кирпича каждому и приказали бежать на врага. «Пусть фриц думает, что это гранаты». Данилюк довольно заржал и отхлебнул из фляги. Прорыв с Букринского плацдарма с целью захвата Киева. Так громко именовалась безнадежная до абсурда атака черной пехоты. Пиджачники оттягивали на себя внимание противника. Они шли впереди официальных смертников, штрафных батальонов. Очереди немецких пулеметов сметали все на своем пути. Бойцы валились на землю, как куклы. Две попытки развить наступление с Букрина захлебнулись и закончились провалом. Вся эта бойня была отвлекающим маневром от Лютежского плацдарма, где собирались главные силы. Бойцов черной пехоты даже не ставили на учет в рядах Красной Армии. Список погибших никто не вел. Списывались к потере гражданского населения. Соответственно, ни похоронок, ни пенсий за убитых на войне кормильцев их семьи не получили. Майор несся обратно к сараю, где заперли Диму. От нехороших предчувствий сердце майора колотило. За дверью сарая было зловеще тихо. Кичеев нашел камень, изо всех сил ударил им по амбарному замку. Металл поддался, и майор влетел в сарай. В углу зияла черная дыра подкопа. Дима, одержимый мыслью отомстить фашистам, сделал подкоп и прибежал в другую роту таких же чернопехотников. Кичеев возвращался в расположение сам не свой. Кругом были сотни трупов, которые не успевали уносить санитары. Вдруг он увидел знакомую куртку. Сердце майора замерло. Такое же пальтишко было на его сыне. Мозг отказывался верить. Пересилив себя, майор подошел и перевернул тело вверх лицом. Это был его сын, Дима. По сигналу ракеты паренек первым ринулся в сторону Киева с криком «Ура!». В тот момент его пример тогда вдохновил многих. Даже командиры не ожидали, что селяне-новобранцы так массово кинутся в атаку. А тем просто было стыдно оставаться, когда мальчишка бежит на смерть. Но Дима не пробежал и 30 метров. Его скосило пулеметным огнем.
Наступление на Киев началось 3 ноября 1943 года, а 5 ноября советские танкисты обошли врага с запада и вышли в район Святошино, перекрыв шоссейную дорогу Киев-Житомир. Бойцы генерала Москаленко вышли на окраину Киева, а войска генерала Уманского прорвались на Подол. Ночь с 5 на 6 ноября была решающей в битве за Киев. По Брест-Литовскому шоссе пробились танкисты капитана Чумаченко. Из сообщения Информбюро. 6 ноября 1943 года в 0 часов 30 минут красный флаг был поднят над зданием ЦК КПБУ на площади Калинина. К 4 часам утра сопротивление в Киеве было сломлено, после чего генерал Ватутин доложил верховному главнокомандующему Сталину, что Киев полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Взятие столицы Украины отметили салютом на Красной площади. При штурме Киева выживших было чрезвычайно мало. А убитых и утонувших в реке подсчитать было невозможно. Их учет никто не вел. По самым грубым подсчетам, в битве за Киев из 300 тысяч пиджачников погибло примерно 270 тысяч. Очевидец форсирования Днепра, писатель Виктор Астафьев, так описывает те события. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы, мобилизованные военкоматами, штрафники, гвардейцы, русские и нерусские, все они кричали одни и те же слова. «Мама», «Боженька», «Боже» и «Караул, помогите». А пулеметы секли и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и те, кого еще не коснулись пули, связками уходили под воду. Река горбилась пузырьками, вздрагивала от человеческих судорог, пенилась красными бурунами. Количество погибших никто не мог сосчитать. Большинство не удавалось даже похоронить по-человечески. Саперы, которых посылали вытягивать трупы из воды, не справлялись с работой. Слишком много было убито народа. Майор стоял на коленях перед трупом Димы, прижимая к себе сына к груди. Он весь дрожал, и скупая слеза катилась по его щеке. Внезапно он резко повернулся и впился глазами в замполита Данилюка, который деловито раздавал приказы. Майор вскочил на ноги, рванулся на замполита, сбив его сокрушительным ударом челюсть. Кичеев лихорадочно расстегивал кобуру, но на его руке вдруг повис солдатик и зашептал: «Не морайте об эту гниду руки, товарищ мой. Посадят, а вам еще сына по-человечески похоронить нужно». Кичеев сразу обмяк и пошел прочь. Замполит только вертел перепуганными глазенками по сторонам, а потом выплюнул выбитые зубы и зло прошептал: «Ничего, майор, поквитаемся еще». Сотни тысяч чернопехотников, павших под Букрином, обеспечили успех киевской наступательной операции. Если б не букринская фальсификация, немцы раскусили бы план передислокации и оказали бы невероятное сопротивление. А так немцы полагают, что Красная Армия наступает с двух сторон, опасаясь быть захлопнутыми, как в Сталинграде, покинули столицу Украины всего в течение 3 дней.